Самые опасные заключенные России годами жили в глухой тайге. Теперь им нашли новый дом преступная Россия силовые структуры. Полночь одна. 15 июня 2019 года мы и есть падаль. Самые опасные заключенные России годами жили в глухой тайге. Теперь им нашли новый дом. Фото. Станислав Красильников. ТАСС. Лента.ру продолжает цикл публикации о колониях особого режима самых страшных зонах России. Там в крайне суровых условиях отбывают пожизненные сроки наиболее опасные преступники от маньяков и каннибалов до террористов и главарей преступных группировок. В предыдущей статье мы рассказали о мордовской колонии «Единичка». В этот раз речь пойдет о колонии «Черный Беркут» в Свердловской области. Этот лагерь построили на скалах в Глухой Тайге, что заметно снизило шансы зэков на побег. В стенах Черного Беркута совсем недавно содержались пожизненно осужденные, которых от воли отделяли несколько рядов колючей проволоки, зубы служебных собак и автоматы охранников на вышках. Сегодня таежная зона опустела, а ее бывшие обитатели отправились доживать свой век за другие высокие заборы. Затерянные в тайге. Исправительная колония номер 56, ИК-56, Черный Беркут расположена в глухой тайге в поселке Лайзвинске Свердловской области. От нее до ближайшего городка Евделя 30 километров, до Свердловска 615. Тюремные здания возведены прямо на скалах, а потому шанс сбежать оттуда через подкоп зыков не было никогда. Осужденные в этих суровых краях появились еще в 1935 году, после создания Ивдельского исправительно-трудового лагеря «Ивдельлага». Одно из первых его подразделений находилось в поселке Старая Сама, туда на распределение поступали осужденные. В Ивдельлаге они валили лес, который потом сплавлялся по рекам, трудились на рудниках, прокладывали железные и автомобильные дороги. За лагерем быстро закрепилась дурная слава произошло это из-за рейского скачка смертности среди заключенных. В 1937 году она составляла всего 1% от числа зэков а годом позже выросла уже до 4%. Виноватых в руководстве в Дельлага нашли быстро. Как оказалось, входившие в него бывшие сотрудники НКВД понятия не имели о том, как управлять лагерем, а условия, в которых жили зэки, были по-настоящему ужасными. В бараках и палатках температура в холодное время года опускалась гораздо ниже нуля. У заключенных не было теплой одежды и обуви, та, в которой они ходили, постоянно промокала, и сушить ее было негде. В результате изможденные и промершие обитатели в дель -Лага постоянно болели. Без должного лечения это скоро заканчивалось смертью. А ведь в лагерь ссылали не только работоспособных осужденных, но и стариков, и инвалидов. Точка. Колония Черный Беркут была основана в 30-х годах прошлого века. Изначально она называлась Икадин и располагалась немного в другом месте. Фото – пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области. Но это продлилось недолго. С началом Великой Отечественной войны заключенных на таежной зоне стало больше их ряды. В частности, пополнили несколько тысяч немцев. Одновременно с этим в вдель-лак пришел страшный голод. Даже за пищевые отходы у кухонного корпуса зэки отчаянно дрались порой доходило до убийств. Из добытых сбоем отходов осужденные варили баланду поесть которую считалось большой удачей. Всего же за первые 9 лет с 1937 по 1946 годы в Эвдильлаге погибло около 30 тысяч человек. Под черными крыльями. Удивительно, но отходы на таежной зоне ели в конце 80-х годов 20. века. Об этом в своих мемуарах записки уголовного барда рассказывал знаменитый шансонье Александр Новиков. Он оказался за решеткой в 1984 году за изготовление и избыт музыкальной аппаратуры. Новиков умело мастерил ее и продавал через комиссионки. А поскольку эту аппаратуру покупали клубы и дворцы культуры, то Александру вменили хищение государственных средств в особо крупных размерах. Поэт, певец и композитор Александр Новиков. Фото, Павел Лисицын, РИА Новости. Вскоре она вновь получила страшную славу. Туда со всего СССР стали свозить зэков, приговоренных к высшей мере наказания. Там же, посреди тайги, их расстреливали, закапывая затем в безымянных могилах. Попадали на зону и счастливчики те, кому вышку заменили 15 годами заключения. При Михаиле Горбачеве этот срок увеличился до 20 лет. А в 1996 году в России ввели мораторий на смертную казнь, и те осужденные, которые ожидали ее в Черном Беркуте, получили по 25 лет тюрьмы. В декабре того же 1996 года в УК РФ появилось новое самостоятельное наказание – пожизненное лишение свободы. Осужденные пожизненно вместе с зэками, приговоренными к большим тюремным срокам, находились в ИК-56 вплоть до 2018 года. Свое неофициальное название Черный Беркут-зона получила после того, как там появилась скульптура черного орла с головой змеи в когтях. Ее изготовил уроженец кабардина балкарии Хабаз Закураев, бывший сотрудник ГАИ, отбывавший вык 56-25 летний срок за жестокое убийство тещи. Фото. Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области. Когда Закураева спрашивали, почему он создал такую скульптуру, Зак отвечал. Беркуты собирают падаль. А мы и есть падаль. На самом деле беркуты не падальщики и предпочитают охотиться на живую дичь. Очевидно, Закураев спутал их с грифами примечания ленты.ру. Любопытно, что со скульптурой Закураеву помогал маньяк Владимир Криштопа, которого перевели в к 56 из другой знаменитой зоны для пожизненно осужденных черного дельфина. Свое неофициальное название эта зона В Оренбургской области получила опять же из-за установленной там скульптуры криштопы, только в этом случае черного дельфина. Плохая компания. За решетку Владимир Криштопа, самый известный зэк Черного Беркута, попал в 1996 году за изнасилование и убийство двух жительниц Ростова на Дону. Оба преступления он совершил в алкогольном опьянении. Третье нападение стало для Криштопы последним, его жертве удалось спастись, а маньяка арестовали. Привязать убийцу к одному из эпизодов помог плеер погибший, который Криштопа забрал у нее после расправы. Осужденного должны были расстрелять, но после введения моратория вышку ему заменили на 25 лет строгого режима. Владимир Криштопа. Фото, Вячеслав Кондаков, Иа Амитил. 1-2. Компанию Криштопи в Черном беркуте составлял серийный убийца Анатолий Седых, который орудовал в Лепецке с 1998 года. С виду примерно семейнин Седых работал водителем, был женат и растил двух детей. Он изнасиловал и убил 12 девушек. За помощь в поимке Лепецкого чекатила правоохранительные органы пообещали награду 100 тысяч рублей и автомобиль, но это не сработало. Вычислить убийцу помог случай. В 2008 году родственник Седых случайно обнаружил в его гараже телефон одной из жертв и из любопытства включил его. Это позволило милиционерам отследить сигнал, а дальнейшее было делом техники. Пожизненный срок Седых получил в 2010 году. На счету еще одного серийного убийцы из ИК-56, хавринского маньяка Владимира Белова, как минимум 8 жертв. В начале. В конце 2001 года он вместе с подельником совершил заказное убийство одного из столичных бизнесменов. После этого жертвами криминального тандема становились исключительно женщины, которых убивали ради денег. Однажды убийцы забрали с места расправы торт, который москвичка несла домой. Двум жертвам их нападению удалось выжить, причем одна из потерпевших сумела опознать Белова. При задержании серийный убийца попытался сбежать от оперативников, выпрыгнув в окно, но безуспешно. С учетом предыдущих судимостей Белов сел пожизненно, а его подельник получил 21 год лишения свободы. Кровавая летопись. Примерно в то же время, что и Белов, в Москве промышлял еще один осужденный из Черного Беркута Владимир Миргород. Он нападал на женщин, убивал и насиловал их. Одной из жертв Миргорода оказался 15-летний подросток, который стал невольным свидетелем расправы над своей матерью. Маньяка осудили за изнасилование и грабеж еще в 2004 году, но в убийствах его тогда не заподозрили. Лишь когда Миргород вышел на свободу, стражи порядка обнаружили, что его отпечатки пальцев совпадают с теми, что были найдены на местах жестоких расправ. Маньяк сознался в восьми из них но следователи доказали его причастность еще к восьми эпизодам. Один из лидеров организованной преступной группировки, ОПК, Тверские волки Александр Осипов по кличке Младший Волк расправился с предполагаемым убийцей популярного певца Михаила Круга еще одним членом ОПК Дмитрием Веселовым, Весел. Осипов вывез Весела в лесополосу, заставил сознаться в расправе над артистом, после чего застрелил и закопал там же. С учетом других преступлений младший Волк получил пожизненное и попал в Черный Беркут. Эдуард Чудинов Фото, CrimeRussia.TV, 1-2 В ходе следствия выяснилось, что Чудинов убил даже собственную дочь, которая, по некоторым данным, узнала о преступлениях своего отца. Сам же Сутин рубийца заявил, что девочка в июле 2004 года случайно выпала из его машины на огромной скорости и разбилась насмерть. Он сам якобы испугался ответственности и зарыл тело погибшей на кладбище невест. А в 2010-2011 годах в Черном Беркуте находился насильник и педофил Роман Чигрин из города Шимановск, Амурская область. В мае 2009 года Чигрин заманил в свой автомобиль. Изнасиловал и убил двух школьниц в 8 и 9 лет У убийцы были все шансы уйти от ответственности Но тут заговорила 15-летняя дочь Чигрина Которая призналась матери, что отец насиловал ее на протяжении двух лет Шокированная женщина обратилась в милицию При обыске у Чигрина стражи порядка нашли вещи погибших девочек и заточку Которую он убил одну из них Долго в Черном Беркуте маньяк не пробыл и вскоре совершил суицид в петле времени. Кадр. Фильм «Приговоренные». 1-2. Обед. Чтение книг. Игра в шахматы. Ужин. И в 22 часа все тот же голос в громкоговорителе, желая зона. Отбой. После этого Зики могли сидеть и лежать на своих кроватях, что в течение дня строго запрещено. Болезнь единственное исключение. Никаким производством пожизненно осужденные в Черном Беркуте не занимались колония так и не оборудовали рабочими камерами. Потому единственной обязанностью пожизненно осужденных было круглосуточное нахождение в собственных камерах. Выбирались из них зики редко, 90 минут в день им разрешалось гулять в маленьком блоке. Все его отличия от обычной камеры сводились к отсутствию кровати и свежему воздуху из-за решетки над головой. Раз в неделю каждому пожизненнику разрешалось сходить в баню, но лишь при условии, что к нему за последние семь дней было немного замечаний. Примерное поведение служило в Черном Беркуте и залогом встреч с родственниками максимум два свидания в год. Кадр, фильм «Приговоренные». Слово надзирателя. Безосходность жизни в к 56 угнетала пожизненно осужденных само по себе. Некоторых начинало грызть еще и жгучие чувства раскаяния. В интервью один из зеков Черного Беркута сказал, «Я помню все свои преступления. Это и есть самое страшное наказание». Перспективы такой страшной судьбы еще в 90-е годы поняли те, кто получил на руки бумагу о замене смертной казни на пожизненный срок в к 56 Несколько из них вскоре после этого совершили суицид. За всю историю Черного Беркута условно-досрочное освобождение, УДО, не получил ни один из его заключенных а пожизненники покидали таежную зону и вовсе лишь после смерти. Из-за особенности расположения к 56 побеги оттуда были крайне затруднены, но попытки были. Фото, пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области. Так, в 1989 году 15 осужденных на большие сроки решились на бунт. Они взяли в заложники пятерых сотрудников ЭК-56 и потребовали автобус, деньги и возможность без помех покинуть зону. Без коридора это было бы невозможно. От воли Зеков отделяли несколько рубежей колючей проволоки, служебные собаки и вооруженная охрана на вышках. Правда, когда к стенам черного Беркунта подтянулся спецназ, бунтари передумали бежать. Они согласились сдаться, но с одним условием, что попытка побега не прибавит им срок. Руководство зоны согласилось на это условие. Что самое удивительное, тюремщики слово сдержали, сроки неудавшимся беглецам не увеличили. Зона на замке в 2018 году остров стал вопрос о рентабельности Черного Беркута. Годовое содержание колонии обходилось государственному бюджету в 37 миллионов рублей. При этом из 354 мест в ИК-56 были заняты лишь 72. Правда, и в лучшие времена число как в Черном Беркуте не превышало 218 человек. С годами здания колонии обветшали, а из-за скального грунта там так и не провели даже элементарные коммуникации. Поэтому унитазами осужденным вначале служили ведра, а затем биотуалеты. Еще в 2011 году обсуждалась перспектива создания в Черном Беркуте нового корпуса на 300 мест, но проект так и остался на бумаге. В итоге в минувшем году 60 пожизненно осужденных этапировали в другие колонии, а 12 зэков и вовсе отпустили, что наделало немало шума. Впрочем, все было сделано по закону, на свободу вышли не пожизненники, а те, кто полностью отбыл свои большие тюремные сроки. Сегодня стены черного Беркута окончательно опустели, но приказа о закрытии колонии пока нет. Между тем жители поселков рядом с их 56 все еще надеются, что зону реконструируют и она заработает вновь. Все дело в том, что Черный Беркут обеспечивал многих местных жителей работы причем не только мужчин, но и женщин, которые работали, в частности, охранниками на вышках. Теперь все они рискуют остаться без средств к существованию. Другого заработка в глухой Уральской тайге просто нет. Обратная связь с отделом силовые структуры. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новости или идея для материала, напишите на этот адрес crimeatlantica.ru Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube канале. Подпишись. Анна Комиссарова.